Темиртау стартовал прием заявок на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 10 соток земли будут выделяться в 10 и 11 микрорайонах. Сейчас количество желающих получить земельные участки 1943 человека. Первые 50 желающих, включенные в список ожидания, уже прошли процедуру индивидуального информирования о возможности получения земельных участков. Мы сперва обзваниваем лиц, которые состоят в очереди. Они приходят к нам в отдел, выбирают соответствующий участок. Далее мы их направляем в МПЦЗМ, то есть земельный кадастр, для того, чтобы они взяли координаты соответствующего земельного участка, который они выбрали. Координаты нужны непосредственно при подаче заявления. Согласно условиям программы, каждому гражданину Республики Казахстан предоставляется право на получение 10 соток земли в аренду. В течение 3 лет землю необходимо освоить, то есть построить дом. Тогда земля из аренды будет переоформлена в частную собственность бесплатно. Чтобы получить землю, необходимо подать заявление через ЕГОВ по стандарту государственной услуги приобретения прав на земельные участки в черте городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения, так называется госуслуга. Важно отметить, что в настоящее время к предоставляемым участкам подведены электричество и водоснабжение. К 2026 году запланировано проведение центрального газа. Дополнительную информацию о процессе выделения земельных участков можно получить, обратившись в отдел земельных отношений города Темиртау по адресу 6 микрорайон, дом 14 или по указанному номеру телефона. Сагимбекова, Игорь Евстигнеев, новости Темиртау.